Добрый день. Шел по Советской и увидел новый магазин. Вот называется «Луч». Это что-то от Минского часового завода. Где даже поставили, чтобы люди фотографировались. Вот такая посетительница красивая. А вот сейчас зайду, посмотрю, расскажу вам об этом магазине. Я спросил разрешение, мне разрешили снять внутри. Вот заходим внутрь, смотрите, как красиво у них сделано, современно все. Шикарный такой магазин. О, так тут и кафе еще оказывается. Это магазин и кафе все в одном флаконе. Купил часы, и можно сразу замачивать. Пить кофе, что там у них, чай, кофе. Даже чем-то еще кормят. А сейчас попробую узнать, что тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в шоке. Увидел ваш магазин и смотрю, тут думал только часы, а тут оказывается еще и кофе. У нас представлены часы Минского часового завода, механические, могут быть кварцевые, с автопод завода механика. Все собирается у нас в Минске на часовом заводе. Представлены новые коллекции для желающих. Попить кофе, отдалить. Купил часы и сразу замачиваешь, конечно, да? Конечно, можно замочить. Кофе. Можно прийти попить кофе, выбрать себе часы. Попутно, да? Нравится, под конечно. Настроение. Потрясающе. Но это же после реконструкции уже завод, да? Я смотрю, народу много у вас сегодня тут. Ну, завод работает с 53-го года. Да, потом была какая-то там у них кризис, потом кто-то ну, там, да? С 2012 года, да, сотрудничает еще со Швейцарией. Ага. Швейцарцы выкупили и решили делать нам швейцарские часы, да? 80%, да. А можно я покажу часы ваши? Производство, конечно, можно. Вот такие швейцарские часы сейчас вот делают в Минске. Видите, какая красота. Да, есть и за 200, есть и за... То есть на любые деньги. Красивые модели какие. Красивые, да? Это ну, Швейцария делает, поэтому красивые. Так что вот, друзья, такой магазинчик я увидел, такую кафешку, таких обходительных, обаятельных продавщиц. Соседку свою увидел. Вот я ее тоже покажу, Екатерину. И кафе такое. Заходите, я думаю, не помню.